А вот она я. Все, я сварила. Блин, оно выбегает у меня. Сейчас, мои хорошие, секундочку. Мне надо теперь это лечо донести туда поставить. Как это сделать, я не знаю. Нет, почему не знаю? Знаю. О, смотрите. Вот. Запах офигенный вообще. Я балдею, называется. А плиту мыть надо, потому что кастрюля маленькая. И еле как, короче, это лечо сварила. Еле как. Оно у меня текло, выбегало при варке. Так. Теперь нужно это как-то аккуратно поместить в баночки. Аккуратно в баночки. Это все. Так, сейчас я достану половник. Да, вот он у меня есть. Закрою свой посудник. Так, что ж, поехали. Оба-на. Тут, наверное, будет больше 6 литров, мне кажется. Все, вот просто вот так беру. Угу. И все выпадывает. Блин. Повыше поднимать надо. С петрушкой. Укропа у меня нету. Я сделала чисто с петрушкой. Блин, выпадывает. Вообще, вот там по рецепту, интересно, банка не упадет у меня. По рецепту, короче, во время варки оно еще варится, а ты его должен в этот момент перекладывать. Ой, не падать. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Во. Все. Да, ё-моё, я же говорю, тут будет больше 2 литров. Ставим сюда. Видно меня? Нет, нифига не видно. Ладно. Дальше отставлю. Вот. Вы не обращайте внимания. Я вся такая в домашнем, я вся в делах. Ой. В бальном платье точно лечо не получится варить. Мой ключ. Так. Вот так. Ложим крышечку. Ставим ключ. И начинаем его закручивать. Ё-моё. Что-то он у меня стал закусывать прям сильно. Так, сейчас я вытру сразу. Так. Знаете, убедилась сегодня снова в том, что не делай добра, не получишь зла. Вот. Так что как-то так. Не делай добра, не получишь зла. Вот и все. Вот так переворачиваем и сюда его
Следующая баночка. Хорошенечко перемешиваем. Вот сейчас можно легко перемешать. Нет, ну не падай. Ну не выпадывай. Кстати, я вам говорила, да, типа вот, была бы у меня морозилка, я бы на зиму наморозила перца болгарского. А вот, пожалуйста, в любой супчик. Вот и перчик. Не нужен никакой морозильник. Это я потом уже что-то во время приготовления посидела, так подумала. Думаю, а какая разница? Так даже вкуснее будет в суп. Так. Так, все, сейчас у меня палец будет жечь. Все. Так, сейчас я переставлю. Так, крышку сюда. Короче, я, наверное, вон ту трешку возьму, трехлитровую банку поставлю. Ой, вот этот остаток заведу. О, вот этот хорошо закрыла. Так, теперь протираем хорошенечко, протираем. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Во, все, и туда его на место. Вот следующее. А, я хотела в трешку, да? Да, и получится что? 3 плюс 4, 7. А сюда, наверное, стопудово много будет. Ой, мало. Не хватит. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так. Вот это самая нудная работа, вот это вот разливание. Никогда не любила. Варенье разливать, вообще беда бедой. Так, сейчас надо еще за этот. Сейчас закручу все. Помою посуду, помою полы. Заварю чай для свой очищающий. Блин, я же говорю, оно не входит. Блин. Короче. Это сюда. Надо сюда все переложить. Потому.
Во, все. Ничего страшного. Сейчас доложу сюда. А это на пробу останется. Вот и все. А там тарелочку на пробу положу. Вот и все, ровно 6 литров получилось. А то я что-то глазомер мой меня подвел. Эти крышки у меня еще с, я не знаю, с какого, с позапрошлогоднего, наверное, этого. Года. Раз, два, три, четыре. Что, закрылась сейчас? Еще одна баночка. Ой, духота прям, не могу, жарко дома. Три часа варилось все. Ну не три часа, но, блин, час точно. Посуду перемыть. Полы перемыть. Сама внимательность, блин. Все, сейчас буду мыть полы.